Дочь просит пирог с мясом. Поставила в своей чудо-печке тесто. Час, и тесто мое готово. Сейчас я его разделаю, но тут многовато на весь пирог. Может, еще и пончики спечем немножко прям. Сейчас пока разделю, куда мне что надо. Растянула тесто по объему. Сейчас сюда выложу фарш, мясо. Как правильно сказать, начиночку. С пирогами я особо возиться не умею, но как получилось, так получилось. Сейчас в середочке сделаю дырочку. И пусть он немножко у меня настоится. Тесто, вернее, как сказать. Дрожжевое же. Дырку-то не умею делать. Ножницами надо было, я так вот. Ну, ладушки, как есть, так и есть. У меня же не кулинарный канал. Так что вот, мои хорошие, сегодня пирог пеку. А там осталось тесто. Сейчас еще пончиков напечем к чаю. Будет их немножко, но нам хватит побаловаться. И пирог заодно с мясом. Фарш. Здесь у меня свинина и курица домашняя была, бройлерская. Вот такие вот дела. Сейчас отставлю, а займусь пончиками. Пирог обмазала яйцом и поставила. Немножко постоял где-то минут 15. А теперь я отправляю его в духовку. А я тем временем можно чай попить с ароматными, вкусными пончиками. Всем привет! Должен приехать внук. И я постараюсь его угостить пончиками, пирогом с мясом. Так что буду с ним тут развлекаться. И вам немножко покажу мой день с внуком. Так что спасибо вам большое. Смотрите нас. Поддерживайте нас. Жарко. Я вся мокрая. Жду пирог. Какой уж получится, я не знаю. Так что ждем внука. Нашего гостя дорогого. Как проведем мы день с ним, я вам все покажу. Сейчас дети очень такие шустрые. Ой, мы такие не были. Мои дети такие не были. Внуки. Это вообще непредсказуемая история с ними. Ну, все как было. Я вам все покажу. Ждемте. Внука. Ну вот, смотрите, какой у меня получился пирог с мясом. Сейчас я его достану. И попробуем кусочек с вами отрезать. Он уже подстыл хорошо.
Я его сейчас аккуратненько достану. Я уехал. Большого блюда у меня нету, я выложу на доску. И вот уже отрезал кусочек. Вот он такой у меня получился. Вкусно, невкусно, не знаю. Но мясной и пахнет так хорошо. Ой, приятного мне аппетита. Сейчас сниму пробу. Немножко крышка открывается. Мясо влажное все равно. И вот он такой там мясной. Уже пончиков попробовала. Чай с ним попила. А я так чисто символически при вас попробую. Пирог как пирог. Кушать можно. Ходишь, ходишь, думаешь, что приготовить. Я думаю, не у меня одна такая проблема. И вот, дай-ка я спеку. Поставила тесто, да многовато. Получилось и пончики на печь, и пирог мясной. Ой, как красиво. А как там? Как там? Вот ты сначала сними, как там. Скажи привет, дорогие друзья. Привет, дорогие друзья. Зрители. Зрители. Я приехала к бабе, на ушах стою. Я приехала к бабе, на ушах стою. Ну, все кверном подымает тут у нас. Да? Да. Хулиганит. Тут понастроил всего. Я сейчас обоссусь. Иди пописей. Обоссись, сейчас в трусы надуешь. Иди скорей, Андрюша. Он и без света ходит хорошо. Андрюша. Пойдем, давай. Три гирлянды растянули тут у нас. И фонари, и у нас антенна. Все тут, и фонарик кругом. Что делается у нас тут? Что делается? Помчался в туалет. Чуть не обоссался, говорит. У вас бывает такое? Солнце светит и дождь идет. У нас сегодня именно так. Идет крупный дождь. Нашла тучка. Идет дождик. Вам не видно, наверное. Видно, видно немножко. Ой, ну пусть хоть чуть-чуть пройдет. Может, жара спадет. Ой, 37. Сидим вот, плавимся все. Ой, на болото он как он хлопает, как хорошо, видать, наверное, на луже. На асфальте. Видать, нет. Не знаю, видно, нет. Ой, какой дождик у нас хороший. Надолго ли? Нежданно, негаданно. Откуда туча зашла к нам? И вот он какой поливает. Уже прям мокро все. А, Андрюша, чё, мой хороший? Чё там у тебя? Фонарь отключился, теперь включился, да? Он еле уже дышит, этот фонарь. Батарейки садятся у него. Все, надо менять. Потому что я щелкаю туда-сюда. Что она говорит? Правильно она говорит, щелкаешь туда-сюда. Вон она, твоя пикалка. Пик-пик-пик. Что там делал? Мультики смотрю. А-а-а. Про что там у тебя мультик-то? О ком? Опять провода, да, Андрей? Провода? Мультики смотрит. Не занимается. Мешаем ему, понимаешь? Ушли. Угу. А Юля тут опять ногти делает. Да отстань. Не хочу показывать. Опять с ногтями. Угу. Да? Андрюша у нас пришел в парикмахерскую. Местную, домашнюю. В салон. В салон красоты. Да? А сейчас мы тут красавчика с него сделаем. У нас еще гром гремит. Дождь то припустит, то остановится. Солнце и дождь. Ну, мы этому раду. Пусть идет. Скажи, тетка, на колени падай. Да, тетка.
работает. Ой. Хвост вас засняла. Уклони головку чуть-чуть. Ты чё съёжился? Щекотно, что ли? Подымай головку. Так. Вот такой мы красивый стали. Да, Андрюш? Юля нас постригла. Красавчик парень. Заглядывает. Тут на дядь Женя, да? Дядь Женя шумит. Дядь Женя орёт? Чуть плохо-то. Во, сфокусировался. Дядь Женя. Кыш, привет. Куда у нас яйца было? В Мордовию, что ли? Нет. В Чувашию, что ли? Чувашию, да. Чувашию поехал. Да. Время вечернее. Кирдык. Половина седьмого вечера. Говорим, давай собираться. Ни в какую не дает нам. А ты что тебе белое дает? Андрюша, давай складывать все. Нет! Почему? Почему не хочешь-то? Вот. Красиво. Красиво. Как я спать-то тут буду? Ника. В красоте? Да. Ты елка. Я елка, здорово. Ты Дед Мороз? Ой. Да. Унчи, унчи. Унчи, унчи, унчи. Всю меня заложил гирляндами. Все, баба, красивая? Красивая елку тебе. И Новый год не нужен. Да. Даже как в зеленом как раз. Как в зеленом как раз. Ну да. Давай убирать. Горе мое. Давай. Нет. Чего ж нет-то? Время уж ночь. Не хочу. Домой надо собираться. Не хочу. Почему? Не хочешь домой? Красиво. Красиво. Красиво, голубой цвет. Пеши на него. Притоптал. Вот они, наши внуки. Андрюш. У вас, я думаю, тоже такие? Красавцы. Сергеич, домой пойдем? Ну так вот, не выгонишь. У нас остаешься. Вот тут что у нас есть. Андрюш. У нас остаешься сегодня. Еще немножко, еще немножко чуть-чуть. Еще. Фу, жарко, у нас и вентилятор крутит, и мы тут сами сидим. Давай пойдем. Уже и в сарай пойдем сейчас убираться. Бабай. С тобой сейчас пойдем убирать птичку нашу. Утей пасти. Воду носить будешь. Водичку пойдем отнесем им. С кем? С тобой, с кем? Пойдешь? Усы. Или лодырь? Не пойдешь помогать? Что думаешь-то? Говори быстрей. Пойдем, нет? Андрюша, ау! Задумался. Говорит, иди сама. Андрюш, пойдем с тобой, нет? Один товарищ вон с лопатой вышел, лужу меряет. А наш тоже вышел. Он как машет. Баба! А. Что это там заткнуто? Дырка заткнута там у нас. Зачем? Зачем? Ну так надо вот. Ну так вот надо, Андрюш. Чтобы несла туда пыль. Да, чтобы пыль туда не лезла. Че, пойдем малину смотреть? Да. Ну пойдем. Тихо под ноги, смотри. Зелено, зелено. Дождик так ничего промочил у нас. Влажно. Хорошо. Ветер сменился. Тучи еще ходят. Вон там. Кто там, Андрюш? Вон там, малинка. Малинка там у него. Ну, пойдем собирать. Да тут. Да тут собирай. Вот тут, лень, под кустиком я нашла тебе сразу. Ну-ка, ну-ка, где-то там нашел. Вот. А тут вот наверху, смотри. Вот, веточку нагинай. Это зеленая.
Рядышком поспели бери. Ага. Тихо, тихо, тихо. Вот. И вот эту еще собери. Вот так, молодец. Пускай ветку-то. В кустах ты не видать малину. Вон какая высокая. Еще балуйся опять. Пора гортензий. Во всей красе. Помощник. Он как помогает он мне. Угу. Как мы без него справлялись, внимание приложу. Да? Андрюш, ты помогаешь мне? Помогатор. Помогатор? Угу, помогатор. А там ребятня пищит, на дереве сидят. Соседки Гальки, внуки. Целая толпа. Наш один тут работает, работает. Не покладая рук. А там другие в кустах шуршат. Чего ж они там шуршат на орехи, не знаю. Орех уловить. Ага. Орехи собирает, наверное. Зеленый. Конечно, зеленый. Так я просто сказала. Молчку. Стату навел бабки. А то подзасралась тут. Да? Кто? Бабаль твоя. Подзасралась. Нельзя так говорить. Как что? Тот попугай все повторяет. Что, без внука делала бы она, да? Куда попер? Не лезь туда. Там чисто. Андрюша! Сейчас по жопе дам. Там чисто. Грей. Буквально на другой день расцвел вот такой вот сиреневый интересный расцветки гладиолус. А сейчас и красненький покажу. Такой нежный прям он. Белая селюдочка. О, сама нежность. Нежно-нежно сиреневый. Цвет передает прям тон в тон. Тут желтенький. А вот красный какой. А вот красный какой. Я даже сама не знаю, какой он там красный. Ну, вот он какой, вместе с оранжевым. Красавчики. И Андрюша все ходит с метелкой. Все подметает. Никак не остановим его, подметалку этого. Помогатор, успокойся. Он что, шурует как. Все, хватит, да? Рабочий не закончен? Закончен рабочий день. Все, отдыхай теперь. Молодец. Бабе помог. Куда? Тут нет. Ой. Тебя. Камушки складывают в карман красивые. Ну, покажи мне свой камушек, дружба. Вышли с внуком пасти утей. Без него никак. И сюда пришел ко мне. Я с тобой, говорит, пойду пасти. Ну, пойдем, говорю. Чего? А, туда пойдем? Пойдем, на песочек хочет залезть. Постоять. Вот, ничего больше для счастья не надо. Постоять на высоте, да? Я сейчас прыгну. Нельзя прыгать там высоко, вон как. Говорю, не буду поднимать, так он сам залез. Вот неслушник, а? Я тебе дам прыгаю. Ты что? Прыгай. Давайте руки. Давайте руки. Прыгаем. Ну что ж, внука отправили. Еле отправили. Ни в какую не хотел ехать домой. Я говорю, Андрюш, тебе же в садик завтра надо. В садик обязательно. Как же ты будешь нас посещать? Я не хожу, не я не хожу. Это твоя работа. Баба тута работает. А ты должен ходить. Ну, уговорила его. Собрался, поехал. Ладно, говорит, я еще приеду. Я говорю, ну, конечно, куда же ты от меня денешься? Приедешь, я тебя буду ждать. Поцеловались с ним. Ухайдокал он меня, а я его. Тут пищал, визжал, тискала, мучила его. Ну, зато ребенок довольный, он видит, что его здесь любят.
Вот так прошел мой день с внуком, забавлялась. Ой, тяжело с ними. С непривычки тяжело, когда он часто был бы, я, может, не замечала. А так приезжает раз в месяц, и столько внимания, столько шума, гамма, для меня тоже тяжеловато. Ну, ничего, выдержим, это наши дети, надо помогать. Ну что ж, мои хорошие, заканчиваю свое видео. Всем большое-большое спасибо, всем моим зрителям, которые меня поддерживают, которые меня смотрят и пишут мне комментарии. Я вас всех благодарю, мои хорошие. Дай Бог вам здоровья, счастья, мир вашей семьи, чтобы ваши дети и внуки вас очень любили. Очень вас любили. Даже не знаю, что и подобрать, какие слова. Самое главное – здоровье, мир и покой в семье вашей. Вот и все. На этом заканчиваю. Меня свекровь всегда ругает. Почему ты так вздыхаешь? Не вздыхай так тяжело. Ну, я не знаю, просто самопроизвольно происходит это вздохи. Охи, вздохи. Все, до свидания, до свидания, до свидания. До новых встреч, мои хорошие. Заходите, поддерживайте меня. Я вам всегда рада. Отвечу на все ваши комментарии.